Дорогие друзья, я буду очень рада, если вы мне в чате, сразу хочу сказать, что все ваши вопросы и комментарии пишите, пожалуйста, в чат, потому что вопросы я не успеваю. Да, там появится сертификат, спасибо. Я не успеваю открывать папку «Вопросы», поэтому в папке «Вопросы» задавайте вопросы модератору, администратору нашего вебинара, а все вопросы, которые обращены мне, задавайте, пожалуйста, в чате. Чат я вижу и могу, ну, достаточно там быстро, если успеваю, на них ответить. А у меня большая просьба, пожалуйста, поставьте какой-нибудь значок, ну, давайте, например, если вы там сможете найти, давайте вы поставите нотки, те из вас, кто является музыкальными руководителями, чтобы я представляла себе, кто из вас является именно специалистом в области музыкального образования детей. Значок нотки. Сейчас, ну вот я, например, сама постараюсь их найти. Или какой-нибудь, может быть, мы сейчас найдем такой простой, который здесь есть. Ну, так я не вижу. Ну, давайте мы, например, с вами возьмем. Пусть это будет просто вот такой значок. Вот такой значок будет обозначать, что вы музыкальный руководитель. Вот такой значок будет означать, что вы... А, или шарик, да, Екатерина Сергеевна, так понимаю, что вы тоже музыкальный руководитель. Хорошо, я поняла, хорошо, шарик. Хорошо, согласна, давайте, пусть будет шарик. Да, или вы пишете музыкальный руководитель. И, ну, я, наверное, не буду даже сегодня просить, обычно мы отмечаемся также те, кто работает по программе «Радуга», можно, например, просто сердечко отправить. Ну, если вам не сложно. О, прекрасно. Сколько шариков. Я очень рада. Это прямо такая большая редкость. Я очень рада видеть вас здесь. Тем более у нас будет с вами такой, я думаю, диалог именно. Да, спасибо большое. Спасибо. Прекрасно. Такой чат сразу стал живой и, я бы сказала, радостный и праздничный. Очень, очень приятно. Сегодня у нас будет с вами необычный во многих отношениях разговор. Я сейчас скажу, почему. Меня зовут Елена Соловьева, я научный руководитель программы «Радуга». Те, с кем мы встречаемся первый раз. О, сколько сердечек, Татьяна, спасибо большое. Я возрастной психолог, занимаюсь вообще, занималась разработкой раздела формирования математических представлений, знакомства с культурами разных стран, но... Также получилось, что раздел «Музыкальное развитие детей», «Развитие музыкальности» у нас работала, когда мы начинали работать над этой программой, работала Елена Александровна Царькова, это дочка очень известного методиста музыкального по школьной музыке Людмилы Васильевны Горюнова, она разрабатывала свою программу, и с Еленой Царьковой, с Еленой Александровной, так получилось, что мы работали над этой программой вместе, ну, в таком диалоге постоянном, в размышлениях о том, что такое музыка в жизни человека. Елена Александровна – консерваторский пианист. Поэтому у нас был довольно долгий, где-то лет 5, такой опыт совместной вот работы, внедрения этой программы, разработки. Потом в дальнейшем она ушла из нашего института, тогда это был институт школ, потом институт общего образования, сейчас это то, что называется словом ФИРО, институт развития образования. Это один и тот же институт, одна и та же структура, которая претерпевала организационные изменения за это время. Она ушла из этого института, и программа как бы осталась в том виде, в каком ее разработали. И получалось так, что на всех семинарах мне приходилось читать и рассказывать людям этот раздел. То есть везде, где мы говорили о музыке, в основном эти семинары вела тоже я. Поэтому для меня эта тема знакомая, она апробированная, я очень люблю этот раздел. Но хочу вам сказать, что с такими семинарами, вебинар такой я провожу первый раз, с такими семинарами я тоже не выходила давно. И скажу вам почему. В ходе нашей работы мы убедились вот в какой
ситуация. К сожалению, те музыкальные руководители, с которыми нам доводилось встречаться, проявили очень, ну, такую, как бы, они очень сильно держатся за привычные формы работы, за привычный материал, за привычную практику, и практически не откликнулись, за очень редким исключением, и фрагментарно за какие-то конкретные формы, которые мы предлагали. Но в целом идеи, а идеи у нас были, в общем-то, как и все в «Радуге», весьма революционные, как-то на это не пошли, на эти изменения, не очень откликнулись. Более подвижными, более мобильными оказались воспитатели. И с воспитателями нам в свое время удалось в целом ряде детских садов получить очень хорошие результаты. Те, кто решили испробовать в практике, собственно, ту систему, которую мы предложили. Теперь я в целом охарактеризую эту систему, прежде чем как бы переходить дальше. Ага, спасибо, очень приятно. Из каких очень простых идей мы исходили при проектировании новой системы музыкального развития и образования детей дошкольного возраста? Во-первых, мы исходили из того, что, собственно, слуховой анализатор является к моменту рождения ребенка более развитым, чем зрительный анализатор. Слуховой анализатор работает у младенца еще в утробе матери, поэтому, когда ребенок рождается, он уже знает голоса близких, он знает, он слышал многие звуки. Если в период беременности будущая мама слушает музыку, ребенок так, он слушает музыку, он слышит ее. То есть этот анализатор, когда ребенок рождается, он является уже достаточно развитым и активным. Поэтому включение размышления о создании развивающей звуковой среды, они, пожалуйста, запомните, запишите себе где-нибудь этот термин сам по себе. Развивающая звуковая среда или образовательная звуковая среда. Очень важно, чтобы мы под понятием развивающей среды понимали не только что-то предметно-пространственное, не только то, что мы воспринимаем глазами, но и звуковую среду, которая окружает ребенка. Мы очень много внимания этому тоже уделяли, потому что добрый день, очень рада. Ольга, это, видимо, ситуация с вашим интернетом. Может быть, вы попробуете еще раз переподключиться, может быть, станет лучше. Но вот эта проблема, о которой вы пишете, это проблема прежде всего связи. Звуковая среда, которая окружает ребенка. На самом деле звук воздействует на нас очень непосредственно и очень прямо влияет на состояние психологического и эмоционального комфорта. Вы знаете, что веселая музыка моментально может изменить ваше настроение. Вам было что-то грустное, что-то как-то унылое, что-то одиноко, не хотелось ничего делать. Вы включили бодрую, веселую, жизнерадостную музыку, и ваше состояние тут же поменялось. Вы почувствовали прилив энергии, вы почувствовали, да, более хорошее настроение. То есть музыка воздействует на эмоции непосредственно и связана с физиологией человека тоже непосредственно. Это очень важный момент. Поэтому есть звуки, которые гармонизируют состояние людей и ребенка еще в большей степени, чем взрослого. Это мелодичная, приятная, спокойная, мягкая музыка, это звуки природы, это голоса птиц. Все эти звуки способны гармонизировать психоэмоциональное состояние. Есть звуки, которые, наоборот, раздражают и являются очень сильной нагрузкой большой для нервной системы. Это технические шумы, это вообще шумы разного рода. Шум большого города, шум работающих инструментов, шум машин и так далее. Поэтому важно сознательно, и я тоже просила бы прямо это для себя записать, нужно сознательно проектировать звуковую среду, которая окружает ребенка в течение дня. Когда вы поете, да, ага, спасибо, Ольга, очень-очень приятно, рада всех видеть, вновь подключающихся. Звуковая среда, которая окружает ребенка в течение дня, в зависимости от тех целей и задач, которые мы с вами ставим. Когда ребенок приходит в детский сад, нужна, может быть, использована спокойная, мягкая, гармоничная музыка для того, чтобы ему легче было перейти от
отдыха, от сна к активному бодрствованию, чтобы спокойнее можно было расстаться с семьей и перейти в детский сад, спокойная, мягкая музыка. Дальше обычно мы поем какие-то утренние приветствия все вместе. И дальше в течение занятий музыкальное сопровождение, в нем нет необходимости, но физкультурные паузы, двигательные минутки, разминки, которые прекрасно проходят в форме активного движения под музыку, вот здесь бодрая динамичная музыка будет очень уместна. Единственное, что надо помнить, что такая музыка всегда возбуждает детей, и после этого предложить им, например, занятие математикой, возможно, будет сложно. Поэтому нужно сначала провести занятие математикой, потом активную жизнерадостную динамичную паузу. После нее можно перейти ко второму завтраку, если он у вас есть, и собираться на прогулку. А при укладывании спать, опять-таки, мы очень просим, предлагаем и рекомендуем колыбельные, использовать колыбельные песни. Я буду говорить об этом дальше. Идеальная модель, особенно для маленьких детей до 4 лет, когда эти песни поет сам воспитатель, который укладывает спать. Вот пусть он поет, как умеет, но он их поет. Ну, либо вы включаете в записи. Кто подключается к нам в чат новый, мы договорились, что, пожалуйста, музыкальные руководители, ну, либо напишите, либо поставьте значок «шарик», я буду знать, что вы музыкальный руководитель. Ну, и сердечко могут поставить те, кто работает по программе «Радуга». А если вы музыкальные руководители по программе «Радуга», то вы поставите и шарик, и сердечко, и будет замечательно. Колыбельная песня – это очень важный момент. Также для детей раннего, младшего возраста мы говорили об использовании пестового потешного фольклора по ходу режимных моментов в быту, сопровождая жизнь детей. Это потешки, пестушки, приговорки. То есть там очень большой фольклорный материал сопровождает именно там расчесывание, одевание, умывание, да, вот это не стишки, которые мы рассказываем вообще, все это в культурной народной традиции, все это пропевалось. «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса» – это пропевалось, а не читалось как стихотворение, как малая литературная форма. После сна, после одевания, подъема также можно потом в какой-то момент использовать более динамичную, более активную музыку. Ну и вечером, когда остается уже малое количество детей, ведете индивидуальную работу, можно использовать какие-то детские песни, музыку также спокойную. Итак, проектирование звуковой среды в течение дня – это очень важный момент, что дети слушают. Точно так же я буду говорить об этом дальше. Мы предлагаем не только ходить на экскурсии, прогулки тематические, что-то посмотреть, но и планировать такие выходы, когда вы предлагаете что-то. Ой, какие красивые сердечки, прекрасно, спасибо огромное. Прямо со звездочками, очень-очень приятно их видеть, чудесно. А когда вы отправляетесь послушать, или вы вышли на прогулку, и у вас есть такой момент, активизируйте, пожалуйста, слуховое внимание детей. Какой-то день такой теплый, когда птицы начинают, они же не всегда поют. Вот послушать пение птиц, послушать, сходить журчание ручья или речки, послушать, как капли дождя стучат по крышам, по разным поверхностям. Проводите вот такие слуховые прогулки, экскурсии также. Ну и дальше еще целый ряд вот таких всяких слуховых мероприятий. Я хочу сказать вам, что вообще развитие слухового внимания, слуховой памяти играет очень большую роль в процессе подготовки детей к обучению в школе. Почему? Потому что все инструкции, все задания в школе даются на слух, это речевые инструкции. И очень важно, чтобы ребенок был в состоянии сосредоточить свое слуховое внимание, был в состоянии запомнить то, что ему говорят. Поэтому вообще развитие слуха, слухового анализатора, это очень и очень важный момент. Руслана, я с вами согласна, когда большая группа, вообще все непонятно, как проводить. То есть ровно так же и какие-то прогулки, экскурсии с большими группами, что-то посмотреть – тоже непонятно, как проводить. Многие занятия непонятно, как проводить. Поэтому я вас
полностью поддерживаю и сочувствую вам, если вы работаете именно в такой ситуации большой группы. Там только вот как бы удается выкручиваться и что-то проводить утром, пока дети еще не все, вечером. Когда они в группе уже не все. Вы уже поняли, очевидно, что специфика нашего подхода состояла и состоит в том, что мы предлагаем работу по развитию музыкальности, формирования музыкальной культуры, распределить между музыкальным руководителем и воспитателем. И это предложение основано на понимании того простого факта, что за два занятия по 20 минут в течение недели реализовать эти очень важные для развития ребенка задачи просто невозможно. И некоторое время, видимо, сейчас я потрачу на то, чтобы показать, что вообще сложившаяся вот система работы музыкального руководителя, традиционная, к сожалению, она очень неэффективна, нерациональна, неразумна и, как следствие, очень малорезультативна. Это не означает, есть отдельные музыкальные руководители, которые, несмотря ни на что, умудряются получать неплохие, хорошие и иногда даже блестящие результаты. Но это результат их личного таланта и трудоспособности, и, как правило, такие люди всегда дополнительно приходят в группы, всегда дополнительно работают с детьми, берут их и так далее. Потому что за 20 минут два раза в неделю ничего как бы интересного и толкового сделать в принципе нельзя. Особенно, если учесть, что у музыкального руководителя есть 5 направлений работы. Это пение, это танец, это музицирование, детский оркестр, это театр, а это слушание музыки. А на все это накладывается бесконечная подготовка к бесконечным праздникам, и в итоге все эти задачи, ну, как бы они остаются задачами. Очень пагубная ситуация со сложившейся практикой все эти 5 задач впихивать в одно занятие. То есть, когда у нас есть 20 минут и 5 задач, на каждую задачу мы имеем 4 минуты. За 4 минуты ничего качественного, интересного, сообразного возрасту сделать принципиально невозможно. В танце это могут быть только самые простые движения, слушание музыки – это может быть одно короткое, какая-то детская песенка, пение – это мы не успеваем даже распеться, не успеваем настроить наши уши и так далее. Поэтому, когда нам хочется получать какой-то качественный результат, а мы сегодня с вами будем говорить именно вот о такой ситуации, когда мы хотим получить качественный результат, нам нужно понимать, что для того, чтобы дети хорошо пели, чтобы группа стала к концу детского сада детским приемлемым хором, нужно хотя бы два раза в неделю по 20 минут заниматься только пением. Чисто пением. То есть нужно распеваться, нужно настраивать слух, нужно, да, повторять, гармонизировать, нужно заниматься именно пением и немножко индивидуальным вокалом, если у вас есть солист. Если мы хотим, чтобы дети прилично, интересно танцевали, то хотя бы два раза в неделю по 20 минут нужно заниматься только танцем. И нужно выбрать для себя направление, какие это будут танцы. Это будет классическая хореография, это будет народный танец. Это будет бальная хореография, это будет современная хореография, это будет выразительная пластика. Что это будет? И двигаться в одном этом русле. Не к одному празднику ковырялочки мы танцуем, а к другому рок-н-ролл. И как бы все это вперемешку, так что, опять же, мы не можем получить результат, потому что мы можем только освоить одно-два движения. Мы можем имитировать результат, но не получать его. Ага, спасибо, добрый день. Если мы говорим про слушание музыки, для того, чтобы серьезно слушать музыку, просто вообще нет времени на музыкальных занятиях. Это нужно отдельно проводить занятия тоже по 20-30 минут. И уже как бы оно сюда никак не... театром, чтобы заниматься. То есть, понимаете, каждое из этих 5 направлений требует 2 раза в неделю по 20 минут.
Соответственно, какой тут есть выход, и понятно, что музыкальному руководителю не разорваться между всем этим. Какой есть выход? Так же, как и другим специалистам, вот там, где я работаю в качестве руководителя образовательных программ, мы предлагаем музыкальному руководителю как-то спрофилироваться, выбрать то направление, которое ему наиболее близко, наиболее интересно и которое у него лучше всего получается. Возможно, это будет именно хор и пение, заниматься с детьми хором и пением. Остальные задачи – консультировать и сопровождать воспитателей в решении этих задач в группе, но прицельно заниматься именно хором и пением. Как правило, музыкальные руководители не имеют хореографической подготовки, поэтому я бы не рекомендовала музыкальным руководителям брать в качестве магистрального направления хореографию, хотя если вы, например, вы танцуете, у вас есть такой опыт, вы танцуете, ну как бы, это чуть больше, чем хобби, теми танцами, которыми вы занимаетесь, вы можете это взять направление как базовое, именно танцы, но тогда вы занимаетесь именно танцами. Значит, театр, слушание музыки, музицирование, если вам близко именно это направление, прекрасно, создавайте ритмика, очень хорошо. Одно только, Людмила, я не очень понимаю, что такое ритмика. Вот это слово, оно всегда, когда мы в детском саду употребляем что-то специфически детское, меня это очень сильно настораживает, потому что мы оказываемся вне какого-то культурного потока. Поэтому слово ритмика меня настораживает. Когда мне говорят бальные танцы или классическая хореография, я понимаю, о чем идет речь. Что такое ритмика, я не понимаю. Я не понимаю, какой будет результат, я не понимаю, какому культурному источнику, взрослому, нормальному мы подключаем здесь детей. Поэтому это слово меня настораживает. Возможно, вам как музыкальному руководителю близко и нравится музицирование детское, детский оркестр. Здесь тогда вы можете это направление взять как основное, знакомить детей с музыкальными инструментами, учить их пользоваться этими инструментами, создавать композиции на этих инструментах. Можно соединять музицирование с логоритмика, это логопедическое занятие, это не ритмика, это не двигательное занятие. Это специфическая история совершенно, логоритмика. Должен ли этим заниматься музыкальный руководитель? На мой взгляд, это слишком шикарно, держать отдельного человека на занятии логоритмикой. Но, и опять-таки, это может иметь смысл, если у вас детский сад с детьми с недоразвитием речи. То есть это у вас идет как часть программы компенсации. Просто для обычных детей, вот для всех вести логоритмику и заменять ею какие-то другие занятия, использовать их время таким образом, мне представляется не особо целесообразным. Детский оркестр музицирования. У нас в Радуге есть очень интересное, хорошее отдельное пособие, там дальше презентация это будет. Ирина Галлянт, именно по детскому оркестру музицирования вы можете использовать. Вы и учитель-логопед, и музыкальный руководитель. Но тогда у вас для логоритмики вы используете логопедические часы. Понимаете? Не музыкальные. Музыкальные часы для другого, не для логопедии. Вот что. Музыкальные часы должны быть использованы по назначению для развития музыкальности детей и формирования их музыкальной культуры. Не для логоритмики. Музицирование, детский оркестр, да, можно соединять с пением и вокалом, с хоровой историей, и я ниже буду вам говорить, рассказывать, у нас был такой опыт создания детских мюзиклов, то есть это маленькие хоровые, ну, оперетами мы их не назовем, потому что мы не танцуем операми, тем более, потому что это, по сути, как бы, ну, песни, но, тем не менее, это очень интересный, красивый опыт. Он соединяет элементы театрализации, но это не театр, потому что дети поют. Это именно мюзикл по смыслу короткий, минут на 20. И это то, вот как раз та новая форма, которую вы можете очень приятно, Наталья, замечательно.
Вы работаете в логопедическом занятии по логаритмике. Лариса, нужно их ввести в расписание как занятие по логаритмике. Это не вместо музыкальных занятий, это не музыкальное занятие. Кто пишет сценарии, руководитель или воспитатель? Евгения, мое глубокое убеждение состоит в том, что сценарии должны писать сценаристы, люди с профессиональным образованием. Их нужно, сценарии нужно искать и брать готовые. Их не должны писать ни воспитатели, ни музыкальные руководители. Хороший вопрос, спасибо. Мы сейчас немножко в сторону, но я лучше сразу на него отвечу. В сценариях у нас есть литературная часть, ну, текстовая, словесная часть, и есть музыкальная часть. Музыкальный руководитель может отбирать музыкальную часть, он в этом профессионал. Но литературная текстовая часть, ее должны писать люди, которые профессионально владеют художественным словом. Это должны быть хорошие стихи, качественные, если это стихи. Это должен быть грамотный литературный текст, если это текст. Поэтому я предлагаю сценарий. Спасибо, Лариса, за понимание. И вот эта тема, она смыкается с общим таким, я бы сказала, криком души, который вот все хочет вырваться наружу. Дорогие друзья, у нас в каком-то смысле в дошкольном образовании это касается не только музыкального воспитания, вообще совершенно катастрофическая сейчас ситуация, потому что мы живем не во вчерашнем, а в позавчерашнем дне. И уровень и качество того материала, который мы предлагаем детям, он зачастую просто за гранью вообще чего-либо. И когда думаешь, что мы находимся заканчивается первая треть 21 века, а у нас все те же какие-то очень примитивные рифмовки, которые сами придумывают педагоги. У меня сейчас в голову даже ничего не приходит, потому что я давно вообще не работаю с этими типовыми сценариями праздников. И, кстати, Лариса, второй ответ на этот вопрос. Эти сценарии вообще не нужны. Вот те сценарии праздников, которые в голове возникают, они не нужны в принципе. Потому что я буду говорить об этом дальше. И для скачивания у вас сегодня есть отдельная презентация, посвященная праздникам. Потому что у нас был отдельный вебинар, посвященный праздникам по программе «Радуга». Все вебинары издательства «Просвещение», спасибо огромное издательству, в записи сохранены, и их можно найти на Ютубе. Вы заходите на сайт издательства «Просвещение», слева находите дошкольное образование. Сейчас этот сайт переделывается, но доступ к старому материалу есть. Вы заходите туда, находите там лекции, вебинары, и там в записи есть все, что было раньше. Так вот, можно найти записи вебинара «Праздники», и вы там подробно про... Да-да-да-да-да-да-да, вот, спасибо большое. Да, по предметным прекрасно, спасибо огромное. Вы можете найти вебинар «Праздники» и воспользоваться этим материалом. И презентация с этого вебинара, она есть для скачивания сегодня. У нас в программе, сады, которые вот работают по нашей системе, у нас нет вот этих традиционных обычных праздников, поэтому нет этих традиционных обычных сценариев. У нас есть фольклорные праздники, у нас есть такой праздник, там, как Новый год, это праздники для детей, у нас есть литературно-музыкальные композиции, у нас есть спектакли, которые играют дети, концерты, где дети выступают как раз музыкальным материалом. Поют или играют на музыкальных инструментах. У нас нет праздников в стандартном детсадовском понимании смысла этого слова. Я глубоко убеждена, еще раз хочу это сказать, что это абсолютно пустая трата времени детей. У нас более чем достаточно мероприятий для того, чтобы родители были довольны, видели результат вашей работы, видели детей. Более чем достаточно мероприятий для того, чтобы эта работа велась, она была качественной. Но она прицельная, конкретная, предметная и ясная. Спектакль – это спектакль. Концерт – это концерт. Ясный культурный жанр. Нет вот этой специфически дошкольной вот этой истории с непонятным, с плохими стихами, плохой музыкой, плохим движением, странными костюмами. И все это называется словом «праздник». Вот этого всего нет.
Значит, здесь вот, ну, сейчас потихоньку я начну как бы просматривать презентацию. Да, и мне хочется сказать, что, дорогие друзья, вот я не знаю, не отследила, проснулся информацию, проснулся ли сырок Фил 2 февраля. То есть, как бы, наступает ли у нас уже время весенних изменений, но хочу сказать, что вообще всем нам совершенно катастрофически вообще пора просыпаться. Просто очень пора. Нам нужно вот от этой привычного вот этого вот пребывания одно и то же десятилетиями, нам нужно как-то очнуться от этого затяжного дурного сна. И нам нужно оказаться в сегодняшнем дне, в сегодняшнем времени, сегодняшним музыкальным материалом, сегодняшними детьми, развитыми, умными, интересными. То есть вот перестать, понимаете, все время воспроизводить вот это вот все 10-20-летней давности. Нужно посмотреть как-то свежими глазами. Скажу, вот вы видите, что здесь у меня на этом слайде есть и музыкальный руководитель, и воспитатель. Я хочу, чтобы мы с вами зафиксировали, что нигде в мире музыкальных руководителей, как единиц, в штатных детских садах нет. Нигде. Везде программу по музыкальному развитию детей ведут воспитатели. И программа профессиональной подготовки включает в себя владение каким-нибудь простым музыкальным инструментом, типа флейты, например. Но давайте я тоже буду дальше об этом говорить, буду это подчеркивать, что для развития звуковысотного слуха сопровождение на фортепиано не только не полезно, оно вредно. Я не говорю о том, что зачастую в детских садах эти фортепиано катастрофически расстроены. У меня мой папа не мог ходить на праздники своей внучки, потому что у него абсолютный слух, он не мог слышать, как она. Мы поменяли три детских сада, просто потому что там, ну, из-за места жительства. И везде фортепиано он не мог слышать, насколько расстроены эти инструменты. Настройка стоит денег и так далее. Поэтому первое, да, что мне хочется сказать, часто это расстроенный инструмент, и в этом смысле уж лучше электронный инструмент, который всегда строит. Уж лучше это синтезатор, я понимаю, все это про живой звук, но живой звук у плохого пианино тоже не очень большое счастье. И второй момент, чем плохо сопровождение фортепиано? Фортепиано – это звучание аккордовое. Когда вы разучиваете какую-то песню, вы перестаете играть как аккомпанемент, вы играете, ну, по одной ноте. Собственно, вот эту же одну ноту издает, например, флейта. То есть во всем мире воспитание дошкольников и развитие звуковысотного слуха идет через, либо все идет акапелла, просто голосом, либо звучание инструмента, который издает один звук в единицу времени. Это флейта, это скрипка, может быть, но, по сути, вот эти два инструмента в основном. Все. И дальше не буду как бы еще в это углубляться, но поверьте, что отсутствие фортепиано и фортепианного сопровождения не испортит, так сказать, эту историю, а наоборот ее улучшит. Дети лучше будут слышать мелодию, лучше будут слышать звук как таковой, звуковысотность, лучше будут это все запоминать. То есть для развития музыкального слуха наличие фортепиано мешает, а не помогает в этой ситуации. Это, так сказать, да, один момент. Ну, второй момент, вот сейчас мы посмотрим, да, вот цели развития, которые у нас стоят в этой области. И почти все, за небольшим исключением, эти цели могут достигать в сотрудничестве и музыкальный руководитель, и воспитатель. Вот именно потому, что музыкальных руководителей на самом нигде нет, а результаты, которые люди получают, значительно лучше тех результатов, которые мы получаем в детских садах, потому что у нас очень большая редкость, когда дети более-менее слаженно и неплохо к подготовительной группе поют. А вообще говоря, это, ну, такая распространенная практика. Именно поэтому можно музыкальному руководителю сосредоточиться, вот я еще раз говорю, на одном-двух направлениях. Это пение, вокал и, может быть, музыкальные инструменты. Остальное отдать педагогу. Значит, наши цели – развитие слухового восприятия, обогащение слухового опыта,
Развитие звуковысотного слуха, вот это только музыкальный руководитель, это профессионал. Чувство ритма музыкальный руководитель, эмоциональная отзывчивость и тот, и другой, слуховая музыкальная память, информация, знания о звуке и о музыке. Это то, что прекрасно может делать воспитатель в группе. Скажу сразу, писать здесь ваши, писать в чате ваши почты не имеет смысла, потому что мы отсюда эти ваши адреса вынимать не будем. Если у кого-то останутся вопросы по окончании вебинара, в конце будут координаты, и вы сможете написать методисту редакции, она ответит вам на ваши вопросы по сертификатам и так далее. Но первым письмо должны написать вы, и тогда вам на него ответят. Искать здесь вот эти в чате мы не сможем. Какие формы образовательной деятельности мы вам предлагаем? Да, я не сказала еще в самом начале. Я рассказываю вам тот опыт и те идеи, которые сформировались у нас в контексте общей программы «Радуга», но всегда говорю о том, что программа «Радуга» – это не монастырь, в который вы должны прийти и принять его полностью. Вот. Все, что вы сегодня слышите, вы можете, и у меня есть отдельный вебинар, я провожу его, как бы форма внедрения программы, там есть 7 алгоритмов, 7 вариантов того, как можно подключаться к новой программе. И в том числе можно взять какое-то одно направление, которое понравилось, и даже какую-то одну форму, которая вам понравилась. Поэтому я надеюсь, что несмотря на то, что ну, как бы сегодня будет много всякого интересного, и совсем нового. Я надеюсь, что независимо от того, по какой программе вы работаете, вы что-нибудь выберете то, что близко, понятно, интересно, нужно и нравится, самое главное, лично вам. Для этого не обязательно, чтобы весь детский сад работал по радуге. И не обязательно вам полностью это брать как систему. Вы можете взять любые элементы, которые вам близки, которые вам нравятся. Поэтому я знаю, что на наши вебинары приходят далеко не только люди, которые работают по радуге, и всегда могут свободно совершенно использовать все, что им здесь приглянулось и понравилось. Надежда, сам воспитатель не обладает, он будет решать задачи, вернусь на секунду на этот слайд, при этом он может прекрасно рассказывать о композиторах, может слушать с детьми музыку, подбирать эту музыку, может обогащать слуховое, развивать, обогащать слуховое восприятие, сенсорный опыт за счет вот то, о чем мы говорили, различать голоса людей, машин, звуки природы и так далее. Очень большой объем по развитию слухового восприятия всегда воспитатель может проводить. Теперь идея о том, что у кого-то нет музыкального слуха и чувства ритма, это специфически, так же, как способность к языкам, это специфически отечественная наша идея. Ее нигде в мире тоже нет. Во всем мире люди знают 2-3 языка, не считая это чем-то экстраординарным. Это, между прочим, происходит. Во всем мире я была в свое время вальдорфские семинары. Меня интересовала очень вальдорфская педагогика, подходы, и несколько раз мне доводилось быть переводчиком. Я переводила семинары, которые проводили в Москве, коллеги, это было в частности Дании, и вот спрашивали, у них естественно, что всю программу по музыкальному воспитанию ведет воспитатель, и у нее как раз спрашивали, да, Елена, конечно, вы нужны, да, музыкальные... смотря, Оксана, опять же, конечно, если вы занимаетесь, я с вами согласна, если вы занимаетесь вашей прямой профессией, то есть если вы занимаетесь именно развитием музыкальности, а не заодно танцами, да, ими тоже должен заниматься профессионал, понимаете? Потому что в музыке нет такого, нет такой музыкальной профессии, как музыкальный руководитель. В музыке есть вокалист, инструменталист, да, вот какой-то, опять-таки, танцор вообще не считает себя музыкантом, поэтому это тоже надо вот отдавать себе отчет. Профессионал в чем? Да, я согласна, что если есть возможность нанимать и приглашать специалистов-профессионалов, это должны делать профессионалы. Но при этом, еще раз повторюсь, развитие слухового восприятия, сенсорика,
Этих стрелок, вот то, специфически, то, на что нужен профессионал. Звуковысотный слух, чувство ритма. Да, это желательно, чтобы делал профессионал. Все остальное может делать и должны делать воспитатели. Во всем мире они это делают. Оксана, вот поверьте, что во всем мире лучшие результаты по музыкальному развитию, которым занимаются воспитатели в своей каждодневной, повседневной практике. Дети лучше поют, лучше танцуют и больше знают и откликаются, и понимают музыку. Чем это происходит у нас? Поэтому есть о чем задуматься здесь. Чисто как лозунг, как идея, я с вами согласна. Но по результату получается немножко по-другому. Так вот, замечательная датская воспитательница, к ней подходят тоже наши педагоги, которым предстоит работать, и она говорит, а как же так, а как же я буду это делать, если у меня нет слуха? Она, эта датчанка, она очень такая пошла, говорит, да, дед, у вас есть, вы просто не знаете, да, у всех есть, вы же разговариваете, у вас есть слух, это значит, что вы также есть слух, у вас и музыка, вы тоже понимаете. Речь не идет о том, чтобы вы победили на международном конкурсе в качестве скрипача, вам нужен абсолютный слух. Но на самом деле, и опять же, это известно по практике, очень много сейчас разнообразных взрослых любительских музыкальных коллективов, и вокальных, и инструментальных, и хоровых, которые показывают, что практически любой человек, когда он начинает заниматься чем-то, у него эта функция, у него развивается. Поэтому такого, чтобы совсем никак у воспитателя этого не было, это единичные истории, они крайне редкие. Практически такого нет. Это скорее отговорка для всех, для воспитателя этого не делать, для музыкального руководителя свою исключительность подчеркнуть. Понимаете, вот на самом деле в реальности гораздо, очень многие воспитатели, более того, я вам скажу, что я там буду говорить дальше про программу певческого развития, у нас к ней подключились, вот в хорошей ситуации, к ней подключились не только воспитатели, к ней подключились помощники воспитателей. И оказалось, что у нас очень много нянечек, да, которые душевно, музыкально, красиво, хорошо поют детям и с удовольствием делают это, с огромным удовольствием. И это совершенно другая атмосфера. Поэтому не тормозите, я очень прошу музыкальных руководителей не тормозить процесс движения воспитателей в музыкальном материале, а помогать в этом. Как помогать, я буду говорить в конце вебинара. Но, пожалуйста, не тормозите тех, кто может быть готов это делать, своими вот критическими высказываниями. У вас слуха нет, у вас чувства ритма нет, у вас того нет, всего нет. Помогайте, учите, поддерживайте, развивайте, а не загоняйте их. Тогда будет результат. Еще хочу сказать, что вообще, как бы, ну, как всегда в программе «Радуга», и в принципе это моя позиция, речь не идет о том, что вы что-то обязаны делать из того, о чем вы сегодня услышите, из того, о чем я говорю. Я рассказываю вам подход и вариант. Я это очень хорошо осознаю, именно в этой области он очень сильно революционный. Он и в других областях был революционным, и было трудно об этом говорить, скажем, мне в математике. Начинать было трудно. Мне было трудно говорить о специфике, например, общения с детьми разного возраста после типовой традиционной программы в начале. Это шло через колоссальное сопротивление, идея уважения к ребенку, идея понимания его индивидуальности. Это огромное встречало сопротивление педагогов. Прошло больше 20 лет, но это стало законодательно закреплено в документе, который мы называем «Федеральный государственный образовательный стандарт». То, о чем мы революционно начинали говорить вот в начале перестройки. Поэтому время проходит, и какие-то то, что сейчас выглядит очень новым и непривычным, становится, наоборот, нормой жизни и повседневной практикой, обязательной повседневной практикой. Поэтому я здесь, я очень хорошо понимаю, что много сопротивления должно это вызывать, и это не императив, что вы вот обязаны прям завтра начать все делать по-другому. Это материал для вас посмотреть как бы свежим взглядом на то, к чему привыкли. Далеко не всегда то, к чему ты привык, это эффективно. Далеко не всегда, особенно если оно тянется еще с традиционной программы. А с музыкальным воспитанием история у нас именно такая.
У нас все это тянется еще с типовой программы, традиционная методика. Это все вот самая сейчас мало сдвинувшаяся куда-либо область, это именно музыкальное воспитание. И по иронии судьбы, именно там у нас есть специалисты. Я часто думаю, что я бы с большим удовольствием имела специалиста по физической культуре хорошего, подвижного, чем вот человека, который бесконечно воспроизводит праздники в своей практике, те вот, о которых вы спрашиваете, где искать их. Сценарии, я очень хорошо понимаю. Так, развивать вокальные задатки, да, необходимо, конечно, Екатерина, полностью согласна, необходимо. Прошлые сертификаты пишите на почву методисты. Воспитатели занимаются, что значит, своими делами, это тоже их дела. Людмила, это могут быть их дела и должны быть их дела. В наших группах воспитатели этим занимаются, занимаются очень эффективно и успешно. Можно дальше как бы их тормозить и говорить, что если воспитатель говорит, что это не его дело, он не будет, естественно. Если ему говорить свысока, что он того не умеет, сего не умеет, он не будет этого делать. Но я предлагаю посмотреть на эту ситуацию по-другому. Это ваш выбор. То же самое, сертификаты. Нет, речь не идет про то, что их нужно учить, что значит только развиваем, но при этом надо понимать, что мы развиваем, и да, коды, ну-ка. Вот, большое спасибо, Екатерина, совершенно верно. Именно так. Нет ни музыкальных детей, ни музыкальные взрослые, да, это те, кого не развивали. Я так понимаю, что вы сертификатами просто обмениваетесь там через телефон, электронные почты, то есть один человек среди вас рассылает всем остальным. Да, конечно, конечно, Екатерина, да, чтение, конечно, важной частью педагогического процесса, и при этом, совершенно верно, очень много, в вальдорфских школах и садах очень много звучит музыки, и при этом нет отдельных руководителей. Так, не должен делать из детей, нет, делать из детей вообще ничего не нужно, это совершенно верно. Но ставить задачу, чтобы дети могли, сообразно возрасту хорошо петь, я считаю, что он должен, может, и, в общем-то, а тогда, собственно, вообще зачем он нужен, я не очень понимаю, честно говоря. Так, давайте, друзья, у меня к вам просьба по поводу сертификатов. Уйдите, пожалуйста, в чат вопросы, потому что и там вот переписывайтесь, просьбы вам друг другу сертификаты переслать, ладно? Потому что этот чат засоряет и как бы... ну да, Екатерина, да, спасибо. Спасибо, да, действительно, в том числе. Фольклорное воспитание от 2 до 4 лет. Хорошее. Ольга, хороший вопрос. Мы в «Радуге» вообще говорим о том, что именно вот ранний младший возраст – это время, когда фольклорному материалу, народной культуре, причем культуре имеется в виду любого народа, дети которого ходят в ваши группы, нужно уделить больше внимания в процентном отношении в программе. И потому что старший подготовительный возраст, для нас там идет акцент на знакомство с культурами других стран и народов, на более такой глубокий материал познавательный, естественно, научный, представление о человеке. То есть место фольклора в нашей программе – это именно вот малыши. И здесь мы предлагаем просто использовать, да, вот всевозможные народные материалы. Это пестовый фольклор, это колыбельные песни, это хороводные игры и песни, это звучание народных музыкальных инструментов, экспериментирование с ними и слушание оркестров народных музыкальных инструментов. Это все вот именно в этих возрастных группах. Все загружены, хотят уйти с музыкальных занятий совсем. Екатерина, ну это понятно все. Понимаете как? Это зависит от того, как построить работу. Если им там нечего делать, если им неинтересно, они хотят уйти, это одна история. Если вы их вовлекаете, привлекаете, и вы им объясняете, зачем это нужно,
Понятно, что они будут делать с этим дальше. Ситуация будет другой. Я бы, начиная опять-таки работать в каком-то конкретном детском саду, просто начала бы с одного, двух, трех человек, которые в принципе любят музыку и с которыми можно было бы начать какое-то сотрудничество. Если вы, Екатерина, если вы музыкант, да, музыкальный руководитель, то просто около себя потихонечку подтягивать команду таких любителей, людей, которые любят, заинтересованы в музыке. У нас в «Радуге» есть еще один принцип, я это называю педагогическая гид-бригада. Допустим, один человек, которому музыку интересно, готовит занятия по знакомству с творчеством, например, Петра Ильича Чайковского, или слушание каких-то конкретных произведений. И это занятие может провести потом в своей группе и еще в парочке групп близких по возрасту. Это очень экономит силы воспитателей на подготовку, но дает возможность интенсифицировать образовательный процесс у детей. Вот этим тоже можно пользоваться. Это у нас был отдельный вебинар по методической работе, там мы подробно про это говорили. Когда воспитатели хотят как бы уйти и не включаться в жизнь детей, это очень плохой симптом, это очень плохой показатель качества работы воспитателей и вообще ситуации в детском саду. Потому что хороший воспитатель, наоборот, всегда хочет знать все, чем заняты его дети, для того, чтобы повторить, закрепить, углубить и так далее. Если хочется уйти там попить чаю или что-то поделать, то вопрос вообще, зачем этот человек сюда приходит на работу. А, Вера, ну да, не имеешь права реагировать на выпады. Ну, мы все равно реагируем, даже если мы не имеем права, мы реагируем, мы живые люди. Мы не можем не реагировать. Поэтому как бы путь к лучшему, более интересному такому будущему нашему общему, детей, нас с вами, в том, чтобы мы находили точки контакта, соприкосновения и взаимодействия. И в каждом детском саду они индивидуальны, потому что это конкретные совершенно люди. Вот этот подход. Получается, нас столько лет учили, отличный воспитатель. Оксана, ну, понимаете, в чем дело? Они справляются, опять же, как вы видите, по стрелочкам не совсем. Мы не предлагаем воспитателям заниматься пением, хором и музыкальной. Мы не предлагаем воспитателям заниматься с детьми собственной музыкальной деятельностью. А со всем остальным, да, они справляются, потому что это деятельность по сенсорике и информационно-познавательная деятельность, да, они справляются, для этого ничего сверхъестественного не надо. Зачем учили столько времени и чему учат столько времени, это хороший вопрос. Еще раз, я не случайно говорю о том, что нигде в мире этим не занимаются. Не учат столько времени отдельных людей. Делают это небольшим спецкурсом для воспитателей, когда готовят воспитателей, и они отлично со всем справляются, это правда. Это особенность нашей системы. Вот зачем? Хороший вопрос. Все воспитатели поют, танцуют, конкурсом готовят. Если сами не певицы, главное желание. Анна, спасибо огромное за этот позитивный комментарий. Особенно я хочу сказать, что вообще все люди, друзья мои, все люди любят петь и танцевать, и участвовать, все хотят. И воспитатели тоже точно такие же люди, они с удовольствием огромным это делают. Поэтому да, почему бы и не... Спасибо, Рада. Я очень рада, что вы согласны насчет вот праздников, потому что это ужас, это колоссальное время. Причем для подготовки-то к праздникам ничего, музыкальный руководитель садится воспитателем. Он требует, чтобы они учили все эти слова, тексты, песни, вот это все повторяли. Он от них требует вот этого вот. Непонятно зачем, непонятно кому нужного. Да. Да, надо подумать о детях, конечно, бесспорно. Кто является автором художественной музыки в программе «Радуга»? Ольга, автором является Елена Александровна Царькова. Ну, да. Делов, ну, да, да. Так, красную. Вот я вас очень, вот это просто какой-то ужас с этими. Так, идем дальше. Форма образовательной деятельности. Значит, смотрите, вместо, да, как бы, концерты,
два вида концертов. Концерт, который дети являются исполнителями, дети играют, и концерт, который дети слушают. Эти концерты, играть на этих концертах могут профессиональные музыканты, 1-2, ученики музыкальных школ, старшие братья, сестры, их можно приглашать, и родители-музыканты. То есть вот это очень такая форма. Вот эту форму, есть детские сады, в которых она возникла, прижилась. Да-да-да, Надежда, я полностью с вами согласна. Да-да-да, конечно, музыка всегда, она нужна всем людям, не только именно детям. Но просто у нас профессиональный объект нашей деятельности, профессиональный, это дети. Поэтому мы говорим, конечно, о детях. Значит, два вида концертов. Спектакли. Спектакли у нас тоже есть три вида спектаклей, которые дети играют, которые родители играют для детей или вместе с детьми. И спектакли, когда мы приглашаем актеров профессиональных, они играют для детей. То есть это разные совершенно истории. Ну, праздники, про праздники я уже сказала, отдельная есть презентация, как они у нас выглядят, и это не те праздники, о которых. Тамара прекрасна, замечательная, очень, очень радует, это очень радует. Организованная образовательная деятельность – это музыкальные занятия и занятия в группе, дидактические игры, понятно, тематические прогулки и экскурсии, в том числе экскурсии в музее, где есть музыкальные инструменты, то есть вот насколько это возможно, детей с этим нужно знакомить. У нас разработана программа по слушанию музыки, и эта программа, ею могут пользоваться, хотят музыкальные руководители, хотят воспитатели. Это все можно слушать в группе. Эта программа у нас была опубликована в книжках по организации работы. Как бы это предыдущее издание было программы, довгосовская. Поэтому сейчас программу найти сложно. Если кому-то она нужна, вы можете написать мне на электронный адрес почту. Я вам ее пришлю тому, кто захочет. Она рассчитана на детей от 3 до 7 лет. И каждый возраст, там есть возрастная специфика. Описывать ее не буду, это, ну, как бы сейчас просто мы не успеем, смысла не имеет, хотя она очень интересна. Вот вариант концертов, когда играют для детей, да, вот, например, такое сочетание флейты и арфа, скрипка. А это в гостях у детей поэт Петр Синявский, который, ну, как бы со своими песнями рассказывает им о своих песнях. А тоже музыкальное занятие, концерт, знакомство детей с инструментом скрипка. Это скрипач, который показывает инструмент, рассказывает об инструменте. И потом, собственно, концерт, на котором они слушают скрипичную музыку. Вот, вот такие вот варианты. Да, Вера, это очень приятно это слышать. Ну, здесь вы видите портреты Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки и Николая Андреевича, если я не помню, Римского-Корсакова, композиторы, с которыми знакомят детей в старшем возрасте. То есть это тоже часть программы, знакомство с русскими композиторами. Вот концерты, на которых играют дети. Здесь есть ссылки на видео, вы можете посмотреть, как это выглядит в видеозаписи. Это ребенок-школьник, это маленькие дети. Но я буду говорить об этом, о системе дополнительного образования или приоритета музыкального, который тоже может быть. Детский сад, в котором есть отдельные занятия с детьми по флейте. То есть это педагог, музыкант, это платные дополнительные образовательные услуги. Очень приятно. Здравствуйте, музыкальная школа. Прекрасно, Надежда, это замечательно, это очень хороший опыт. Вот как раз дети после концерта, они выступали, обратите, пожалуйста, внимание, что когда дети готовятся к концерту, то они и формы образовательной деятельности. Да, можно сейчас верну. Вот формы образовательной деятельности. То и одежда, мы смотрим, как выглядят музыканты. Еще раз, Татьяна, для того, чтобы я вам что-то прислала, нужно написать мне письмо на мой электронный адрес, он есть в конце презентации. Вы пишете письмо мне, я отвечаю вам программой, отсюда я ваш адрес не скопирую. В конце, в чате я напишу свой адрес еще раз, но как бы
Да, или я попрошу сейчас, может быть, мой адрес, техническая поддержка вам сюда в чат просит. Напишите мне письмо, я вам отвечу. Видите, дети одеты для концерта. То есть они знают уже, что есть определенные, ну, как бы традиции классической музыки, как одеваются мужчины, как одеваются женщины, в данном случае девочки. То есть это платье, это костюм, это определенная торжественная, красивая обстановка. А вот автор этой истории Олеся Мелищук. Это очень молодая девушка, ну, молодая женщина, она музыкант, и она пишет также музыку. И с ней, вот мы в сотрудничестве с ней сделали, то есть у нас родилась эта идея детских мюзиклов, и она написала, Вера, у нас нет программы музыкального сопровождения с ОВЗ, а какие именно диагнозы у вас по ОВЗ? Я не думаю, что она нужна какая-то специальная, честно говоря. Мне кажется, что можно пользоваться общей. Напишите поподробнее. У нас родилась эта идея именно как задача соединения вот детей, которые музыкального, как задача музыкального творчества детей, которые не занимаются на музыкальных инструментах. И она написала у нас вот сколько мюзиклов. То есть, смотрите, что здесь важно. Берется качественный литературный стихотворный материал. Раз. Это не воспитатели стихи пишут на досуге. Зачем? Это качественный литературный стихотворный материал. Это материал короткий. То есть, это не оратории, это не на 2 часа. Это короткий достаточно, но по сути, это такие стихи. Дети с нарушением речи аутического спектра. Вера, для детей с нарушением речи очень показано пение во всех его видах. И тут как раз вот может быть логаритмика, безусловно. То есть больше интенсифицировать программу пения, пропевания, пения слогов и так далее. Аутический спектр. Просто аккуратно нужно выбирать музыку, ну, как бы нужно избегать музыки с тяжелыми, тревожными, агрессивными какими-то эмоциями, с яркими негативными эмоциями. Это вот то, что понятно. И, ну, может быть, меньше будет информационная часть, то есть рассказы о композиторах, о музыке, этого может быть меньше. Больше можно использовать музыку скажем, классика в обработке для детей. Вот это то, что тоже может быть. И, может быть, опять же, нужен ли вам будет детский оркестр или тоже эту работу свести к минимуму. То есть изменить пропорции разных видов деятельности, увеличить совершенно точно вот обе эти ситуации, желательно увеличить объем пения и объем вокальной музыки, чисто голосовой музыки, когда поет голос, с максимум сопровождения, как я уже сказала, флейта, скрипка, вот такого типа музыка. На этом сосредоточиться. Оставить, может быть, в стороне там особо танцы, вот это вот все. Оставить в стороне, опять же, программу по знакомству с музыкальной культурой, поменьше ее сделать по объему. Сосредоточиться на пении, пение-вокал. Пение-вокал. Вокальная музыка, голосовая музыка. А вот на фотографии это, собственно, именно Олеся с детьми. Здесь 2 ссылки. Вы можете посмотреть Федорино Горе, как это выглядело на концерте, и потом мы это записали как кинопроект. Значит, это короткие достаточно произведения, стихи, и дальше она сама писала музыку. Вот если как раз Оксана, вот 5 лет учили, не зря же. Поэтому это то, в чем и музыкальный. На самом деле хочу вам сказать, что меня очень печалит, что у музыкального руководителя возможности творчества, они очень бедные, очень ограниченные. Вот если вас вдохновит вот эта идея, то это как раз предмет для вашего творчества. Вы можете, ну, либо послушать здесь, вы можете написать мне, я вам пришлю, вы послушаете, как это звучало, то, что написала Олеся. Вы можете это по слуху воспроизвести, это несложно, потому что нотами она не записала это. Вы можете написать эту музыку сами. И это будет очень здорово, это очень интересно. Здесь не нужно что-то изобретать такое, ну, как бы, чтобы оно вошло в века. Но это очень хорошая форма. Поэтому вот для тех музыкантов, которых действительно учили долго, хорошо, и вы являетесь музыкантом, ощущаете себя музыкантом, вот для вас прекрасное поле деятельности. Это создание вот таких вот
детских мюзиклов. Я говорю, что это минут 20, но это очень удобный формат. Он, с одной стороны, синкретический, а с другой стороны, да, Вера, хорошо, ставите мюзикл. Понимаете, вот постановка театральная детям-аутистам может быть немножко сложновато, но это хорошо, что вы ставите, это здорово, молодцы. Самый простой из них теремок. Вот слайд, который иллюстрирует как раз развитие слухового восприятия. Это то, чем прекрасно совершенно может заниматься и воспитатель тоже. Да, то есть это слуховое внимание, слушание, узнавание на слух. Голоса птиц, природы, животных, человека в записи и в реальном мире. Две формы, да, в записи и в реальном мире. Вот музыкальное пособие по музыкальному воспитанию Ирины Геннадьевны Голянт. Музыкальное развитие детей 2-8 лет посвящено именно музицированию. То есть это именно детский оркестр. Я очень вам рекомендую. Опять же, это для музыкальных руководителей прежде всего. Но воспитатели, которым интересно, вы тоже можете это взять и тоже можете это делать. Как занятие по сенсорике с детьми, вы можете прекрасно делать это все в группе. Потому что вы увидите ничего там совершенно недоступного вашему пониманию, вашим возможностям, ничего такого там нет, особенно для малышей. И, кстати, вот, Вера, я вам советую тоже это пособие взять, оно как раз, оно как бы на системе ОРФА базируется, и для ваших детей это тоже будет хорошо, поэтому такая вот хорошая, полезная штука, очень вам рекомендую. Презентация в доступе для скачивания, я думаю, что да, они есть. Да, Алла, конечно, обожают. Спасибо, Светлана. Я рада, я надеюсь, что она вам настолько понравилась, что вы ее и как-нибудь реализуете. Причем, смотрите, вот «Теремок» – это очень короткая история. «Сказка о глупом мышонке». Про мышат – это короткая история, про мышек маленьких. Это стихотворение Маши Лукашкиной. Вы можете забить в Google «Мария» или «Маша Лукашкина». Автор стихов для детей. Они очень простые, очень хорошо ложатся на музыку. И вот вы можете написать, ну там сами сделать песни или как-то вот. «Федорино горе» – вот это самое сложное, самое комплексное произведение – это «Федорино горе». Но очень музыкальное. «Телефон» хорошо ложится на музыку, тоже небольшой. Интересный, постановочно хороший. Может быть, еще что-то вам придет в голову. Поделитесь, присылайте нам ваш опыт. На новом сайте мы обязательно будем публиковать ваш опыт работы, будем его рекомендовать для публикации в журнале «Дошкольное воспитание». Присылайте методисту редакции ваш опыт. Это очень замечательно. Пробовали на музыкальной сценке? Ага, хорошо, да, Вера, спасибо. Ну, музыкальный материал, да, который мы используем. Фольклор, детские песни. Про детские песни. Очень хочется, на самом деле, немного хорошего музыкального материала. Вот очень хочется обновления репертуара. Есть репертуар, который у нас просто, ну, уже, вот, как бы в твоем детстве это все было, и до сих пор это все поется. Ну, немыслимо, друзья мои. Ну, надо искать какие-то новые, интересных авторов, интересные. Я хочу вам посоветовать для младшей группы, это теремок. Репка может быть мюзиклом для младшей группы. Теремок и репка, да, пожалуй, вот так. Можно сделать мюзиклом, в принципе, «Три медведя», можно сделать «Три поросенка». «Три поросенка» играть лучше, чем мюзикл. «Три медведя», ну, не знаю. Я хочу познакомить вас, ну, надеюсь, что вы знаете, замечательный детский композитор Ольга Юдахина. У нее детская студия «Домисолька», можно найти аудиозаписи в интернете. Я вам спасибо большое, да-да-да-да-да, спасибо. «Кошкин дом», Вера, прекрасно. «Кошкин дом» – это большая, если у вас недоразвитие и аутисты, как вы, «Кошкин дом» – это очень большая вещь, очень большая. Но для старшей группы подготовительной совершенно прекрасно. Это можно ставить просто и как спектакль, не только как, но да, это может быть и мюзиклом.
Ольга Юдахина, детский композитор. Обратите внимание на ее песни. Очень они ритмические, мелодические, всячески они интересны, учатся хорошо. Репертуар нужно обновлять. Невозможно петь с детьми бесконечно маленькой елочке холодной зимой. Сил нет, друзья. Нужно. Ольга, да, про региональный компонент. Хорошо, давайте я отвечу вам сейчас. Региональный компонент у нас в программе представлен, в самой программе специальные есть значки, такие маркеры, восклицательные знаки прямо такие, которые мы расставляли для того, чтобы сказать, здесь должен быть региональный компонент. Значит, естественно, что региональный компонент – это фольклор, это региональный компонент, безусловно. Обязательно здесь это должно быть, ну, отбор материала сообразно культуре того народа, дети, какие ходят в ваш детский сад. Детские песни, наряду с какими-то общими, хорошими просто детскими песнями, используйте также песни ваших местных авторов. Постарайтесь их найти, узнать, раскопать, потому что тоже всегда есть какой-то колорит, есть какая-то специфика. А для старшего возраста мы говорим о том, что вообще стихи и песни о родном крае, о родной природе, о родном городе. Вот это нужно постараться найти. Потому что, допустим, в Москве мы с детьми учим какие-то песни про Москву, и про Москву, может быть, какую-нибудь одну песню можно выучить в любой точке страны, потому что Москва – столица государства. Не обязательно, но в этом есть логика. Но, конечно, желательно, в общем, у многих городов есть свои гимны, не только гербы, да, но и гимны. И эти песни дети старшей подготовительной группы тоже могут знать. Это здорово, это было бы нужно. Танцевальные мелодии. Опять же, есть универсальные и есть, ну, это тот же самый фольклор, это та же область фольклора. Национальные народные танцы. Летучий корабль, да, прекрасно, конечно, но это тоже очень большая работа, это очень большая работа. Летучий корабль, это здорово. Кстати, хочу вам сказать, что забыла. На сайте издательства просвещения есть, когда вы войдете в дошкольное образование, слева есть кнопка «Материалы для скачивания». Это свободное, бесплатное скачивание, мы туда выкладываем, у меня там выложено энное количество сценариев для театральных постановок. А эти сценарии к вашему вопросу, кто это пишет? Это писал профессиональный сценарист, актриса, режиссер Лариса Ивановна Царенко, которая много лет работала с детьми в детском саду, вела театральную студию. И все эти сценарии апробированы и поставлены, потому что сценарии, у него есть одна очень важная черта. Спасибо за Наталья, за ваш отзыв. Очень важная черта. Сценарий театральный, в нем должно быть много действия, а не много слов. Вот это очень важный момент. Текст, собственно, для выучивания детьми, я всегда стараюсь свести его к минимуму, если это не стихи, и к минимуму сводить стихи, если это возможно. Ну, по-своему трансформировать, да, приспосабливать под себя. Поэтому для спектаклей очень редко мы берем стихотворные тексты. Стихотворные тексты мы берем для мюзиклов, потому что там музыка, и фактически это получаются зонги, получаются песни. Так вот, очень важно, чтобы сценарии писали профессиональные сценаристы, режиссеры, актеры. Иначе получается вот эта классика наша в детском саду, когда ребенок выходит, столбом стоит и говорит много-много слов. Второй тоже столбом стоит, много-много слов. Театр – это прежде всего действие, это движение, действия и поступки. Поэтому текст должен быть такой, что он все время как бы провоцирует, иллюстрирует, сопровождает какие-то ясные действия детей. Так вот, таких сценариев у нас выложено достаточно много. У меня есть сценарии, там сценарии сказок, то есть спектакли по сказкам. И сценарии литературно-музыкальных композиций. Это особый жанр, я вот буду о нем дальше говорить. Спасибо большое, Надежда, я очень рада. По «Летучему кораблю», в частности, тоже был сценарий. В чем проблема? Мы не можем эти сценарии печатать из-за авторских прав. Издательство просвещения не может это издавать. И на сайте тоже мы можем разместить не все. Поэтому если у вас есть какой-то интерес, вам нужно какие-то сценарии на какие-то темы, вы тоже можете мне написать. Вот огромное спасибо нам, модератор показывала сейчас
конечный слайд с моими контактами, там есть адрес электронной почты. Вот, значит, Надежда, смотрите, издательство, вбиваете, да, в поисковик, Яндекс, Google, издательство просвещения, открыли, слева кнопка «Дошкольное образование», открыли, и слева же материалы для скачивания. Открываете, и там вот есть сценарии спектаклей и сценарии литературных композиций. Вот, это там. Плюс, если что-то вот вам нужно в вашей работе, напишите мне письмо, если у меня есть, я с вами поделюсь. Лично вам я этот сценарий могу прислать. Я не могу размещать его на сайте, не могу его печатать из-за авторских прав. Так. Мы с вами говорим про региональный компонент. Где он? Так, что-то у меня не хочет открываться. Презентация почему-то сейчас. Я ее не вижу. Так, классическая инструментальная музыка – это классика, понятно. Современная неоклассическая – это музыка, которая сопровождает зачастую сейчас вот музыка кинофильмам, различная фортепианная музыка, но именно вот неоклассическая такая песни мультфильмов, кино, музыкальные инструменты народов мира. Это тоже региональный компонент. Итак, региональный компонент – это фольклор, пестовые, колыбельные, хороводные игры, детские песни местных авторов и на местную тематику вашу, танцы национальные, знакомство с национальными музыкальными инструментами. Вы можете с этого, так сказать, начинать. Вот пособие «Голиант». Ну, вот музыкальные инструменты. Ну, и я просто хотела сказать, что, в принципе, у нас есть детские сады с приоритетом. Когда говорят приоритетное эстетическое художественное направление, за этим же всегда идет почему-то исключительно у нас рисование, ИЗО. И представленное тоже, как правило, ну, в общем так, не очень-то интересно, я мало видела интересного. Точно так же может быть детский сад с приоритетным направлением музыкальное воспитание. Если у вас есть интересные кадры, которые могут это делать. Я думаю, что я бы, кстати, вот сейчас своих детей с удовольствием бы отдала именно в такой детский сад. Еще раз скажу, почему. Дело в том, что развитие чувства ритма, звуковысотного слуха, вообще музыкальное развитие, очень тесно связано с интеллектуальным развитием. Музыка является по определению абстрактным видом искусства. Там нет, да, ничего, там нет про яблоки, про кошечек, мы эти образы ассоциируем, но это чистые звуки. Поэтому музыкальное развитие очень тесно связано с развитием интеллектуальным. И поэтому, например, в Японии всех детей учат игре на музыкальном инструменте каком-то, начиная с 3 лет, у них это обычно маленькие скрипки. В вальдорфских садах это с 4 лет, и даже для всех детей это общая история, потому что это развитие звуковысотного слуха, это мелкая моторика пальцы, опять же, развитие слуховой памяти, слухового внимания. Все, со всеми детьми занимаются на флейтах, на блокфлейтах пентатонических. То есть, мне кажется, вообще это очень перспективная история. Для студентов технических колледжей в Японии обязательно тоже курс музыки, именно потому, что с точки зрения развития мозга, вот, кстати, я забыла эти слайды, мне надо будет их добавить, о том, как влияет музыка на развитие мозга. Это очень интересное исследование на развитие, как бы возникают новые нейронные связи, они становятся более пластичными, и больше между собой интегрируются два полушария. То есть вообще музыка имеет, и занятие музыкой имеет колоссальное значение для поддержания работоспособности мозга для детей, для взрослых, всех абсолютно возрастов. Поэтому не будет преувеличением сказать, что занятия музыкой очень полезны для здоровья, не только для детей, но и для воспитателей, для всех взрослых и для родителей. Поэтому музыка – это прекрасное поле тоже для
работы с семьей. Мы в своих детских садах, у нас были мастер-классы по фольклору, мы приглашали, и у нас был такой цикл на 3 месяца, когда профессиональный фольклорист учила семинар до часу, как всегда, у нас 2 часа, спасибо огромное, спасибо, Лилия. Если вам нужно сейчас бежать, то вы можете досмотреть что у нас будет дальше в записи. Будет запись этого вебинара буквально там сегодня-завтра. Вы можете просто потом посмотреть в удобное для вас время, если сейчас вам нужно отключиться. Так что я с вами не расстаюсь. Да-да-да, музыка связана совершенно верно с движением и слухом. Так. Не вижу. Да, конечно. С родителями. Мы проводили, значит, у нас были мастер-классы, был цикл по фольклору. Колыбельные песни, хороводные, опять же, пестовый фольклор. Это для родителей раннего младшего возраста. С огромным удовольствием ходили. У нас это было как родительский клуб, бесплатно, но это может быть и платное занятие, в зависимости от того, какая у вас форма в детском саду. Родители-музыканты, которые с удовольствием приходят и проводят концерты, встречи, знакомства с музыкальным инструментом для детей. У нас был также еще мастер-класс, другой цикл совершенно, это был эстрадный вокал. И родители разучивали, выучивали песни, которые они сами выбирали. И у нас был такой вокальный концерт, когда родители выступали для детей. Дети были в полном восторге, но и родители получили огромное удовольствие от этого. У нас были мастер-классы танцевальные, тоже где-то этот проект примерно 3 месяца. У нас были бальные танцы, они учили танго и вальс. У нас был мастер-класс по народным танцам, у нас был мастер-класс по выразительной пластике, по движению. То есть на самом деле приоритетное направление музыкального воспитания имеет очень большой смысл. И знакомство с музыкальной культурой, опять же, экскурсии, путешествия, знакомство, например, с колокольными звонами, колоколами – это отдельная, отличная совершенно тема. Вот тоже вы запишите для себя ее, она очень-очень продуктивная, очень такая интересная. Знакомство с, ну вообще, с колокол, колокольчик как музыкальный инструмент, как его делают, как они звучат, как их развешивают. Колокольная музыка – это огромный, большой, очень интересный, очень хороший пласт. Специалисты, которые могли бы работать, если есть возможность, и как, опять же, платные дополнительные услуги. Собственно, преподаватель вокала, индивидуального вокала, я имею в виду. Руководитель хора, если мы делаем именно хоры с детьми. Концертмейстер, вот фактически, когда да, на фортепиано, это выполняет функции концертмейстера. Хореограф по выбранному направлению. И дополнительное образование, обучение игре на музыкальных инструментах. Флейта, скрипка, фортепиано, ударная, ну и, собственно, вокал-хор. Всеми этими инструментами, в принципе, в дошкольном возрасте дети могут заниматься, занимаются успешно. Вопрос только в том, ну, опять же, нужно ли это вашим родителям, нужно ли вашему контингенту. Но это все, в принципе, возможно. Дальше целый ряд слайдов посвящен возможностям воспитателя. Мы об этом уже с вами поговорили. И здесь фактически вот эти слайды, они подводят как раз к тому, данные нейрофизиологии, младенцы, состояние, влияние на состояние организма, подводят к той задаче, которую мы впервые поставили в программе «Радуга» и которую я хочу сформулировать, дальше она у нас есть. Мы поставили задачу воспитания естественно поющего человека. Я скажу вам честно, мы ее не решили. Мы не решили ее именно потому, что музыкальные руководители предпочли работать так, как их учили, а воспитатели включились в эту работу, ну, опять-таки, им нужна поддержка, прежде всего моральная, и со стороны музыкального руководителя в очень большой степени. Те, кто включились, этот результат получили. У нас некоторое количество детских садов. Мы получили то, что мы хотели. Естественно, поющих детей – детей, которые поют, когда они рисуют, поют, когда они играют, поют, когда они идут на прогулку. Причем поют, это значит, что они и поют те песни, которые они учили, и они фактически придумывают музыку, они сами придумывают мелодии, они сами придумывают какие-то тексты, придумывают какие-то слова.
А, когда это знакомство, да, Вера, конечно, знакомство с историческим прошлым, бесспорно, это бесспорно. Поэтому вот такую задачу мы выдвигали, воспитание, естественно, поющего человека. А в тех культурах, где не было Октябрьской революции, где не было таких точек разрыва культурного, многие эту музыкальную свою культуру многие народы сохранили. Народы Прибалтики, Грузия, Армения, Германия. Вот, ну, можно видеть очень-очень много, очень легко люди собираются там в ресторане на вечер, в гостях и начинают петь на два, на три, на четыре голоса прекрасно, так сказать, очень красиво. Фактически эта традиция пения как массовой культуры, она сейчас возрождается, восстанавливается и как раз нашей молодежи, потому что ребята молодые любят караоке, они любят сходить вот именно попеть, провести вечер в пении. Популярностью пользуются хоры и детские, и молодежные, и хоры любителей взрослых. То есть, в общем, на самом деле вот эта культура певческое пение, она восстанавливается. Поэтому я не соглашусь с вот тем музыкальным руководителем, который утверждает, что не наша задача воспитывать певцов. Я считаю, что это наша задача. Задача не только музыкантов, задача всех нас. Задача благородная, правильная и очень нужная. Но примете ли вы ее для себя или нет, это уже вопрос другой. Вот это слайд, который иллюстрирует вот это высказывание Фета о том, что, собственно говоря, пение сопровождает человека и сопровождало всегда. Над новорожденным поют, поют на свадьбе, при погребении, идя с работы, солдаты, возвращаясь с учения или идут, когда на штурм. Вот разные ситуации, и везде человека действительно традиционно сопровождала музыка. Я обращаю ваше внимание на замечательный наш отечественный проект «Колыбельные народов мира», анимационный проект. Там около 30 прекрасных мультфильмов с прекрасным звучанием, колыбельных разных-разных стран. Я предлагаю вам знакомить детей постепенно с этими колыбельными, смотреть это видео, слушать что-то, петь для детей, что-то выучивать вместе с ними. Это прекрасно могут делать тоже воспитатели в группе, взять себе в план работы. В старшеподготовительном возрасте это же и как знакомство с культурами мира может быть то, что у нас есть. Спасибо, Зеля. Да, я старалась на самом деле сделать вам презентацию интересной и богатой материалом, практическим и прикладным, чтобы вы могли ею активно пользоваться как информационным материалом и справочником. Я предлагаю вам обратить внимание на этот проект, он прекрасен. И знакомство с музыкальной культурой народов мира, и вообще музыкальное путешествие по странам и континентам можно начинать именно с этого проекта «Колыбельные народов мира». Вот такая красивая обложка. Вот эта задача воспитания, естественно, поющего человека. Мы обсудили более-менее здесь, какой материал вы выбираете. Очень важно, да, подлинная художественная ценность. Пожалуйста, не надо идти на поводу у чего-то сиюминутного, не надо учить с детьми примитивную попсу русскоязычную, те песни, которые каждый день звучат на каком-то простом попсовом таком радио. И вообще вопрос про отношение к попсовой музыке. Часто воспитатели говорят, дети ее любят. Да, дети, конечно, они это просто много слышат, но мне хочется вот что, на что обратить ваше внимание. Эту музыку они услышат без нас с вами. Ее часто слушают, к сожалению, родители. Это низкая музыкальная культура, и она в любом случае пробьется к ушам детей, потому что она отовсюду, от нее сложно спрятаться. Мы предлагаем все-таки знакомить детей вообще с подлинными художественными образцами культуры во всех проявлениях. Поэтому, например, я говорю, что если вы решили знакомить детей с дымковской игрушкой, то показывайте либо слайды, либо реальные дымковские игрушки. Не надо показывать поделки из папье-маше, которые вы сами сделали в педколледже и сами же расписали. Это ведет к формированию как раз отсутствия вкуса, потому что вкус – это умение отличать подлинное от имитации, от настоящего, от поддельного. Поэтому вот очень важно, да,
Певческие флешмобы среди молодежи. Совершенно верно, Оксана. И нам надо в эту сторону двигаться. Кстати, вот, спасибо вам. Певческий флешмоб. Отличная идея для работы с семьей. Я себе записываю. Так, автор этой идеи у нас Оксана Сосновская. К следующему вебинару так и скажу. Совершенно верно. Вот новая форма. Новая форма, вот ее бы сейчас можно было прямо добавить туда, на наш слайд. Новые формы, флешмоб, танцевальные флешмобы, певческие флешмобы, музыкальные флешмобы. Отличная идея, прекрасная, локальная, готовится быстро, получается яркое событие. Это не праздник, опять же, понимаете, вот с этими бесконечными какими-то примитивными стишками. Это очень здорово. Песню, которую дети выучивают, родители вместе поют, подхватывают, отлично. Прекрасная мысль. Запишите себе, пожалуйста, как тоже вот такую вот новую форму музыкального творчества и как бы жизни музыки, пребывания музыки в жизни детей. Певческий флешмоб, музыкальный флешмоб. Отличная, отличная идея. Значит, в течение дня, вот то, что мы с вами говорили, фольклорный материал, авторские произведения, детские песни. В общем, подлинная художественная ценность. Нужна хорошая музыка, хорошие и хорошие авторы слов, хорошие стихи. Задача, которая позволяет пение решать. Развитие музыкальности. Музыкальность – это специфически вторая задача, которая ставит программа «Радуга». Значит, первое – воспитание естественно поющего человека. Амбициозная задача, повторяю, честно говорю, не решена, но может быть решена. И я уверена, что она должна быть решена, потому что она людям нужна. Вот как раз интерес у молодежи к пению во всех возможных формах, он это доказывает. Людям это нужно. Поэтому нам нужно делать. Встать нужно, встряхнуться нужно, отложить свои конспекты 30-летней давности. Вот эти вот, перестать к этим праздникам, бесконечным утренникам готовиться и заняться воспитанием естественно поющего человека. Воспитывать певцов нужно. Вторая задача – развитие музыкальности. Музыкальность по определению действительно выдающегося нашего психолога Бориса Михайловича Теплова – способность переживать музыку как содержание. И центр музыкальности – это эмоциональный отклик на музыку. Я проводила в прошлом году два вебинара по формированию эмоционального интеллекта, на котором мы обсуждали, что то, что обычно вот, рассматривание значков рожец, улыбочка вверх, улыбочка вниз, не дает развития эмоционального интеллекта. Всякие там игры дидактические на эту тему. А вот слушание музыки дает развитие эмоционального интеллекта и вообще развитие тонких эмоций, тонких чувств детей. И, собственно, средством именно этого она всегда и являлась. Поэтому, да, центр музыкальности – способность эмоционально откликаться на музыку. И первое, о чем вообще есть смысл говорить с детьми, когда мы слушаем музыку? В первую очередь об эмоциях, которые она вызывает. И здесь расширять словарь детей, описание эмоций, с какими ситуациями эти эмоции могут быть связаны у них или у других людей. То есть музыка – это колоссальное средство эмоционального развития. Очень важное, очень нужное и очень адекватное. Музыка должна быть предметом общения взрослых с детьми, не предметом обучения, не информации, а именно общения межличностного. Как ты это чувствуешь, как я это чувствую. И в системе взрослый ребенок. Задача – музыкальное движение. Движение под музыку, музыкальное движение. Это выразительное движение прежде всего до 5 лет. Кстати говоря, мы не предлагаем особо учить детей никаким конкретным танцам, а именно заниматься выразительным движением под музыку. Скажу почему. Мы в «Радуге» исходим из того, что произвольность, способность произвольно контролировать и строить свои движения формируется приблизительно к 5 годам, но современные дети часто нас удивляют, а иногда и в 3, и в 4 года они в состоянии делать просто чудеса. Поэтому тут вы сами смотрите по детям, но просто я хочу сказать, что сначала
выразительное движение под музыку, свободное движение, и только потом обучение каким-то конкретным танцам, развитие координации, ну там цели, которые мы даем. Опять же, выразительное движение под музыку, на мой взгляд, должно быть частью каждодневного расписания, ну, жизни в течение дня. 15 минут для этого нужно находить каждый день и, естественно, находить в группе. Менять музыку, музыку подбирать с музыкальным руководителем, если он откликнется. Менять характер музыки, так сказать, составлять вот некоторый плейлист, 10 минут хотя бы. Но это нужно включить в наш распорядок дня, в наше расписание. Так же, как артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику. В принципе, сюда же можно было бы включать ежедневную 10-минутную вокальную гимнастику. Распевки, вот такие вот какие-то вещи. Если, кстати, опять-таки это продумать, это было бы здорово, это было бы интересно. Ну, на этом слайде показано, сколь разнообразными могут быть выбранные вами направления хореографии. Да, народный танец, бальный, классическая хореография, другой вариант народного танца, современные танцы, спортивные танцы. Но желательно, да, правильно, зайдите на старый сайт и вошли, молодцы, да. Ага. Очень развивающим эффект имеет современная хореография. Мы просто в одном саду, у меня была группа, где почти все были мальчики, и я поняла, что никакие вот эти вот чудесные виды там не проходят. И тогда мы пригласили преподавателя хип-хопа, взрослого преподавателя. Он очень удивился. Мне было трудно уговорить его попробовать, но мы его уговорили, и я убедилась в том, что совершенно без шуток колоссальный развивающий эффект имеют эти танцы именно для координации, для произвольности, контроля, осознанности движений. Это прекрасное направление. И я предлагаю, чтобы был преподаватель хореографии какого-то конкретного направления, для того, чтобы вы могли получить какой-то внятный результат. Не просто там два притопа, три прихлопа, а чтобы к подготовительной группе это было, ну, уже какое-то что-то освоенное, и результат, спасибо большое, Марина, я очень рада, чтобы, потому что детям тоже важно получать результат, им важно, понимаете, чтобы их усилия, они приводили к победе, да, чтобы это было какое-то такое тоже вот достижение, которое видно и понятно. Здесь это разные костюмы, разная музыка, ну, в общем, вот подумайте на эту тему. Ну, и опять же, к вопросу про логопедию, речевое развитие. Есть такое и развитие вокально-певческое, про логоритмику. Есть такое современное направление, как рэп. Я насчет детского рэпа, ну, не углублялась, пока не знаю, но знаю, что на самом деле и рэп, и еще такая штука, как битбокс, имитация звучание разных инструментов и голосом, ну, вообще просто создание голосом всяких таких интересных звуков, очень прекрасно развивает артикуляционный аппарат. Поэтому я бы искала сейчас в этом направлении для логопедов и тех, кто работает с детьми с недоразвитием речи, я бы искала новые, интересные. Понимаете, очень важная штука – это мотивация, желание. И чтобы то, чем дети занимаются, доставляло им удовольствие. К сожалению, классические логопедические занятия, они обычно от этого очень далеки. Поэтому идеальный был бы вариант, вот я бы искала какие-то новые такие формы, в том числе вот где-то в этой области рэпа и битбокса, потому что артикуляционный аппарат колоссальный, получает импульс для развития и очень, очень хорошо развивается в процессе этих занятий. Слуховое восприятие, экспериментирование со звучащими предметами начинается еще в младенческом возрасте, развивает мелкую моторику, развивает слух. Спасибо, Оксана, я очень рада. Ну и здесь, особенно ранний возраст, вот всякие различные свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие, шуршащие, которые многие эти инструменты, предметы можно делать самостоятельно. И здесь очень здорово использовать разнообразный арсенал также народных музыкальных инструментов из разных. Часто его делают из природного материала. Ну, вот сейчас мы немножко посмотрим, что это может быть. Вот, пожалуйста, в детском саду посмотрите, какое разнообразие сделано музыкальных всяких атрибутов из
самого такого разнообразного материала. Здесь и ключи, и трубочки, и киндер-сюрпризы, и всякие-всякие такие штуки. Вот, пожалуйста, да, разные подвешены косточки, шуршалочки, скрипелочки из киндер-сюрпризов, вот такие маракасы. Классические бутылки с наполнением разной крупой. Очень хорошая вещь. И различные вот народные музыкальные инструменты, шумовые тоже. Бубенцы, барабаны, ксилофоны, металлофоны, дудочки. Несколько слайдов показывают, всегда традиционно для маленьких детей делали дудочки и свистульки. Особенно это будет актуально сейчас, когда мы будем встречать весну. Фольклорный праздник Свистунья. Встреча весны 22 марта сорки. В файле, в презентации праздники об этом есть речь. Встреча весны связана с закличками, обращения к птичкам, которые должны принести из-за моря весну нам на своих крыльях. И поэтому многие свистульки имели тоже форму птичек, и вот в эти свистульки дули для того, чтобы весну к себе позвать. Но это также вот замечательный музыкальный инструмент, в принципе, доступный детям, опять же, мелкая моторика. Свистулька имеет от одного, одно отверстие, иногда два, иногда три. Ну и бывают окарины, у которых много отверстий, они более сложное звучание. То есть это музыкальный инструмент специально для детей, создаваемый в народе. И всегда традиционно дети на этом инструменте играли. То есть эти свистульки были в постоянном повседневном распоряжении детей. Ну и опять же, кроме всего прочего, это предмет декоративно-прикладного художественного искусства. И это очень-очень здорово, это красиво. Предыдущие два слайда были свистульки, сделанные из глины. Они также бывают из разного материала. Вот свистульки народные, сделанные из дерева. Ну и вот уже дудочки более сложные тоже, в которые можно разнообразно свистеть. Вот про прогулки, что можно слушать на улице, какие звуки. Звуковая среда, источник звука, воздействие и оценка. Голоса самих детей на самом деле создают шумовой фон, от которого они тоже устают. Голос воспитателя – очень важный фактор звуковой среды. Как звучит ваш голос, его тембр, громкость, скорость речи и так далее, лексика, птицы, вода, ну, в общем, понятно. Это вы посмотрите самостоятельно этот слайд, изучите его. Следующая задача – слушание музыки, задача приобщения к музыкальной культуре. Здесь как создать ситуацию для слушания музыки, речь идет про группу. Да, то есть нам нужна тишина, нам нужна уютная, свободная посадка устройства детей, нам нужен какой-то, возможно, уютный уголок, нам нужна хорошая воспроизводящая какая-то аппаратура, желательно, да. Вот, ну, в общем, понятно. Обычно это вторая половина дня. Критерии отбора музыкальных произведений, это очень важно. Преобладание выразительности над изобразительностью. Обычно наоборот, детям пытаются найти что-то. Вот медведь идет, лошадка скачет, птички поют. Не надо этого. Вы выбираете произведения, в которых есть яркие, четко распознаваемые эмоции. Естественно, что тяжелых негативных эмоций, взрослых эмоций с детьми мы избегаем. Доминирование мелодической линии, то есть когда хорошо слышна мелодия. Не симфонический оркестр, где сложно понять, всего звучит очень много. Выбирайте музыкальные фрагменты, где есть либо голос партии, либо солирующий инструмент, скрипка, флейта, то есть опять же, где один звук в один момент времени. Настроение и подлинная эстетическая ценность музыкальных произведений. Опять же, ежедневно нужно читать, ежедневно нужно слушать музыку. Поэтому вот я себе сейчас пишу. Сделать отдельную консультацию на тему, что должно вообще быть присутствовать в жизни детей ежедневно. В частности, это слушание музыки тоже. Это может быть буквально 5-7 минут, но это нужно спланировать, и об этом нужно помнить, об этом нужно думать. Можно слушать одно и то же произведение несколько раз по желанию детей, по заявкам детей. Помощь от музыкального руководителя. Ну, мы вот как раз думали о том,
что, значит, во-первых, для музыкального руководителя принцип монотематизма, то есть, да, либо это пение, либо это музыкальные инструменты, либо это танец. И дальше консультации, просьба проводить для консультации для педагогов. То есть разучивать с ними колыбельные, пестовый фольклор, который они поют в группах, помогать выбирать музыку для слушания, помогать подбирать плейлист для выразительного движения под музыку. Это важно. Если вы будете это делать, результат будет хорошим. Этот слайд иллюстрирует у нас как раз необходимость регионального компонента и многообразие культур, которые мы с вами обсудили. Так, этот слайд почему-то здесь, почему не знаю, ну хорошо, пусть будет. Это мои контакты. Вы можете обратиться, вот моя почта. Вот это вот она на Рамблере. Сюда вы мне можете написать, если вам нужен какой-то сценарий или что-то еще вы хотите проконсультироваться. Я всегда готова, открыто могу помочь вам в разработке какого-то занятия, цикла, еще чего-то, да, прислать вам какие-то материалы. Это контакты методиста. Ага. И дальше пошла презентация. О, Господи, а мне нужно сейчас. Отлично, как раз 10 минут. Не исчезайте. Я объявлю вам об открытии нашего нового всероссийского образовательного проекта. Буквально через 3 минуты. Сейчас мы очень быстро просмотрим с вами следующую презентацию про праздники в детском саду. Цель праздника, да, цель праздника – это радость, удовольствие, веселье. И, пожалуйста, вот на этот слайд посмотрите, какие праздники мы в детском саду отмечаем, что программа «Радуга» вам предлагает. Это сезонные праздники на основе фольклора, осенина, масленица, веснянка – три праздника. Общегражданские праздники – Новый год, 23, 8, 9 мая. Праздники-сюрпризы раз в месяц, это проходит в группе, но тоже с музыкой. В старшем дошкольном возрасте профессиональные праздники мы отмечаем. Международные праздники экологической направленности и международные социальные направленности. То есть, да? И досуговые события с родителями. Вот такая классификация праздников. Повторяемость ритуала, связь с жизнью своего народа в зависимости от того, о каких праздниках идет речь. Дальше вот иллюстрация. Новый год. Да, это праздник для детей без родителей. Мы делаем масленицу, то же самое. Но масленица может быть с участием родителей. То есть у нас есть три вида праздников. Без родителей, с участием родителей и делают только родители, да, помогают родить. Совершенно верно, Екатерина. Огромное спасибо, да. Ближайшее 23 февраля. При этом он праздник-то может проходить по группам. Это именно встречи с мужчинами, папами. То есть это вот для нас 23 февраля, 8 марта – это мужской женский день. Это не праздник, связанный с армией. Это праздник, связанный именно с защитой, но при этом мы предполагаем, что эту защиту все-таки мы ожидаем от мужчин. То есть он в большей степени гендерный, чем какой-либо еще. Они уравновешивают друг друга. Собственно, в настоящее время, в традиции, которая в народе сформировалась, это и есть два гендерных праздника. Мужской и женский день. Отцепились уже от Красной Армии, от военных, от самолетов, погон и всего вот этого вот прочего. Мы говорим о том, что каждый мальчик, каждый мужчина так или иначе является защитником близких, страны и здравого смысла. И 8 марта мы также отмечаем не только мам-бабушек, но мы поздравляем сотрудников детского сада. Мы вот говорили, у нас был онлайн-эфир в январе в издательстве. Мы говорили о том, что мы поздравляем поваров, мы поздравляем нянечек, всех сотрудников детского сада. И девочек нашей группы тоже. То есть это именно вот такой вот гендерный праздник. Вот веснянка. 21-22 марта. Печем жаворонков, поем заклички. Вот у нас фольклорист с балалайкой. И празднуем мы, если погода позволяет, это все дело на улице. Спасибо огромное, Вера Владимировна. Спасибо большое. Настроение, да. Осенины, тоже чудесный осенний праздник, про него много подробно в планировании идет речь. Это может быть праздник хлеба, концерты, вот, о которых мы с вами говорили.
Старший возраст у нас есть путешествие в культуры страны мира. Это вот индийский праздник, он тоже включает в себя, естественно, музыку. Взрослые играют спектакли для детей, выпускные спектакли, когда играют и взрослые, и дети, то есть это вот одна группа, и играют и те, и другие. Как отмечать день рождения, подробные рекомендации, ритуальные моменты, основу контакта. И туда фанфары. Я объявляю, с сегодняшнего дня открывается всероссийский образовательный проект на музыкальном по гендерным в разных видах. Ну, наверное, да, я не думала об этом, честно говоря. Екатерина Сергеевна, с сегодняшнего дня открывается всероссийский образовательный проект. А, ну это да. Ведущий партнер, согласна, согласна. Да, Екатерина Сергеевна, это очень хорошее замечание, потому что в занятии, когда танцы парные, то да, они развивают именно вот эту вот мужскую и женскую как бы позицию, да, умение совершенно, это совершенно верно, это, кстати, важное замечание, тоже чем отличается выбор танца и Всероссийский образовательный проект «Реализация STEM в организованной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста». Тему, которую мы выбрали, «Спираль». Ну, собственно, эту тему можно и музыкально отразить, и многие, вы знаете, что есть многие хороводы, которые идут, ну, по «Спирали». Это «Завивайся, капустка, молодой качешок». Вьем-вьем капустку, вот эти вот хороводы, они имеют именно такой спиралевидный круг и характер. Спасибо большое, Елена, взаимно. И вам. Значит, цели нашего проекта, задачи – это разработка сценариев образовательной деятельности в рамках STEM-подхода. Если для вас это что-то новое, то у нас был вебинар по STEM, его тоже можно в записи посмотреть, открыть. Но это очень такое популярная сейчас история, и мне хотелось, чтобы мы сделали, ну, как бы не просто конструирование, теперь называли этим словом, а чтобы мы как-то осмысленно к этому подходили, те, кому это близко. Значит, «Э-положение» будет опубликовано в группах издательства просвещения «Дошкольное начальное образование» ВКонтакте и на Фейсбуке, будет полностью это положение. Там же, значит, здесь, что мы ждем от этих конспекты, мы ждем сценарии, плюс фотографии, плюс видеозаписи проведенных занятий. Спасибо большое, Алена. Здесь описание того, что такое STEM, аббревиатура, которая объединяет наука, технология, инженерия, математика, плюс искусство. И сроки проекта с 13 февраля тогда по 25 марта, и мы подводим итоги в начале апреля. Каждый участник получит диплом. Ваши материалы присылаете в специально организованную группу в сети ВКонтакте. И дальше здесь есть, ну, некоторые материалы о спирали, о том, включая какие-то видео, как бы такие, ну, для старта, о чем можно поговорить. Спирали Архимеда, винт Архимеда, виды спирали, как это выглядит в мире растений. Как это выглядит в мире животных, как это выглядит в архитектуре, в дизайне, орнаменты, как это выглядит в творчестве детей, например, бумажной пластики. Спасибо большое, Татьяна. Я очень рада, что вам было полезно. Ну, примеры проявления спирали как раз в технике, да, пружина, где она бывает, что это такое, винты, разные виды винтов, лодочные, вертолетные, самолетные. Всячески, где еще это используется. Вот, собственно, сама по себе STEM, что это такое. Описание тоже здесь. То есть вы тоже можете эту презентацию скачать, еще раз мои контакты. Ну да, потому что это три разные презентации. И ваши сертификаты. Огромное спасибо всем участникам за сегодняшнюю работу. Я очень рада, что мы провели с вами 2 часа очень интенсивно. Давно не говорили на эту тему. Но я очень надеюсь, что эта тема поможет нам так по-весеннему, знаете, встряхнуться, расправить перышки, расправить крылья,
впустить свежий воздух в помещение, свежий воздух прекрасной музыки в помещение, в котором мы находимся с детьми, наполнить жизнь, каждый день жизни детей прекрасной музыкой, слушанием музыки, пением, выразительным движением, объединить в единую команду специалистов детского сада, музыкальных руководителей, конечно же, преподавателей хореографии, театра, если, может быть, физкультуры, если вдруг они у вас есть, вам повезло, воспитателей. И давайте проживем весну этого года необычайно музыкально, непривычно музыкально для себя. Давайте вот на, значит, февраль, середина, март, апрель, май, фактически 3 месяца. На 3 месяца будем считать, что музыка и музыкальность – это некоторый вот приоритет, это станет приоритетом нашей образовательной педагогической деятельности вот на эти 3 месяца, для того, чтобы расширить свои горизонты, расширить свое представление, понимание того, как это может быть в реальной повседневной жизни детей. Еще раз я хочу сказать, реальной повседневной жизни. Хороший вопрос, Анна, смотрите, спасибо огромное, Светлана, я очень рада. Смотрите, вот у нас с вами получилось, что мы слушаем музыку 5-7 минут, двигаемся под музыку 5-7 минут, ну, допустим, я буду считать, что 10. Поем, распеваемся с детьми 5-7 минут. То есть у нас получается где-то в разбивку 3 раза по 10 минут на вот такие вот включения, плюс еще 10 минут добавим на развитие слухового восприятия, на сенсорику. У нас получится 4 раза по 10 минут включение музыки в повседневную жизнь детей в группе. Это для воспитателя. 4 раза – очень хороший вопрос, потому что он заставил и меня тоже собрать это воедино и, в общем, увидеть эту историю. Да, 4 раза по 10 минут. Вот от 5 минут, может быть, у самых маленьких, ну, до 10 минут у старших детей. Этого будет более чем достаточно. Плюс 2 музыкальных занятия, которые музыкальный руководитель будет проводить так, как он их проводит. Это мы, конечно, тоже понимаем. Он специалист, он тоже человек с определенными своими, да, взглядами. Понятно, что вот 2 занятия музыки плюс ежедневно 4 раза по 10 минут музыки в группе. Спасибо огромное. Повторно посмотреть вебинар, Ольга, можно будет. Вы зашли на сайт «Дошкольное образование» слева. Видеолекции, вебинары, и там есть анонсы будущего, а ниже дальше все записи того, что уже прошло. Буквально сегодня-завтра этот вебинар будет на канале Юзаписи, и вы сможете посмотреть его еще раз, или посмотреть то, что вы не успели посмотреть, подключившись чуть позже, или когда вам пришлось уйти чуть раньше. Спасибо огромное. Спасибо огромное, всего самого доброго, хорошего продолжения, завершения этого дня и до новой встречи, насколько я помню, она у нас с вами будет в конце февраля, по-моему, 27-го, если я не ошибаюсь, 27-го в среду. Мы будем говорить с вами книга и сказка «В жизни ребенка». Этот вебинар у нас идет в рубрике «В цикле образования в семье». Но он всегда на этот вебинар приходит очень много и педагогов, воспитателей. Он будет, я надеюсь, вам тоже, то есть не надеюсь, я уверена, что он будет вам полезен. Мы фактически поговорим о художественной литературе. Этот раздел художественно-эстетического развития детей, художественная литература, ее место, роль в жизни детей и координация с другими видами искусства. До новой встречи, всего самого доброго. Радостного, прекрасного, светлого и, конечно, музыкального.